код здесь должен быть намного ниже самого игр. И получается то, что внутри должна быть ступенька для того, чтобы не было сжатия воздуха. И воздух, получается, он, когда сжатый вверху, он спускается и уходит вниз. Ну и в таком времени нам можно переждать там в течение 4 часов снежные бури и всего такое. Спальные вещмешки, в которых можно вот переждать также ветровые потоки, в которых менее холодно. Но ни в коем случае нельзя здесь засыпать, потому что можно замерзнуть. Как бы в таких условиях очень тяжело выжить. Они сдают то, что, чему мы их научили вот за вот этот вот месяц. Прошел месяц обучения, контрольное занятие, проверили. Мы, преподаватели, для себя проверяем, в первую очередь, может быть, где-то мы не доработали какой-то вопрос. То есть выявляем слабые места у курсанта, чтобы в дальнейшем обратить на это больше внимания. В общем, у нас получается так, что половина учебного времени они должны провести в поле. Так вот, за весь курс обучения. Потому что академия солдатов.